В рамках 15-го международного инвестиционного форума «Сочи-2016» губернатор Павел Коньков и председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков подписали меморандум. Принципы данного соглашения предполагают создание команд по реализации конкретных инвестпроектов. Банк берет на себя экспертизу программ, подготовку предложений по финансированию, содействие в подборе федеральных мер господдержки, а также оценку возможных рисков проекта. Именно то, что региону не по карману. Приоритетными проектами станут программы по развитию инфраструктуры, производство высокотехнологичной продукции, поддержки экспорта. Меморандум позволит воплощать в жизнь проекты, имеющие региональное и федеральное значение. В частности, председатель ВЭБа Сергей Николаевич Горьков проинформировал, что, скорее всего, в ноябре на наблюдательный совет будет вынесен наш проект «Комбинат Сенкитского окна». Это означает предварительное одобрение ВЭБом этой заявки, ну и с высокой степенью вероятности его положительное решение.